Да ну. Снова плотва. Чух. О. Или плотва, ё-моё. Блин, с под берега клюет одна плотва. Ёшкин кот. У нас уже и темнеет совсем. А не, что-то упирается. Может, не плотва? Я сюда уже... О, наконец-то карасик клюнул, ребятки. Карасевич клюнул. Клюнул карасик красивенький. А, видели? Красивенький карасик, наконец-то. А, и там стоял пенопласт обычный, да. Вверху я поставил, правильно, вверху я поставил пуфика, а внизу пенопласт. Значит, все, никаких пуфиков. Ставим пенопластик. Иди в норку. Опа, завтра будем вас жарить. Жареные карасики. Блин, я не успел, народ. Снова пошел дождь. Ну, блин, полный кобздец. Надо прятаться где-то. Прятаться в палатку. Над родною страной солнышко встает. А Михалыч на рыбалку идет. Привет-привет! С вами Михалыч, канал Клуб Рыбаков, Славик. Привет, народ! Пригласил Михалыча он кукурузы наломать. Да. А заодно, короче, и карасика погонять. Ребятки, мы сейчас находимся на обычном сельском водоемчике. И чтобы было интересней, будем ловить карасика на кормачки и на флет. И на обычную сыпуху. Мое место, где хочу я ловить, полностью заминировано коровьими лепешками. Народ, будем как-то между лепешек петлять. Ну все, все как, ё-моё, блин. Так, первое, что нам нужно сделать, это наколошматить прикормочки. Шик. Так, и что мы будем колотить? Сейчас мы выберем. Самое первое, народ, где мой гейзер? О! Гейзер, новинка от Real Fish прикормочки. Обалденно работает. Так, зерновых обязательно. Трикобайс, клубника, мед. Так. Хочу найти чеснок. А где же моя малина, калина? Так, специи. Бисквит, ё-моё. Не взял с собой, блин, эту. Капец. Не взял с собой халву. Ладно. Сделаем основу сейчас бисквит-ваниль. Добавим специй. И гейзера. И туда наколошматим. Вот. Зерновых. Микс зерновой. Так, когда все засыпали, теперь тщательно надо это перемешать. Ох, запашок сразу классный пошел. Мне запах какого-то шоколада. Это гейзер так дает. Ух. И так как мы на новом водоеме, чтобы не остаться в пролете, обязательно я добавляю везде криль. Криль — это молотая антарктическая креветка. Жирная, настоящая. Которая поймана в Антарктиде. Ребятки, смотрите какая. Ух, там часто мне пишут в другие страны. Как можно купить в другие страны? Ребятки, увы, прикормка вообще запрещена к пересылке в другие страны. Это по законодательству. Так, у меня 250 граммовая пачка. Я сейчас половинку засыплю. Опа. Все, пол пачечки. Сейчас посмотрим, не будет ли она разваливать нашу прикормку. Потому что криль рыхлит прикормку. Надо, если что-то, клей добавлять. Ух, штырь пошел. Ух, и штырь. Опа. Да, в принципе, наверное, я думаю, на такое количество. Тут и кормиться хватит, и ловить на нее. Наверное, добавлю я всю эту пачку. 250 грамм. Пойдет. Сейчас вся рыба сбежится к нам. Вся рыба с водоема. Ну и зальем это все водичкой. Водичкой с мелассой.
Сейчас добавим немножко мелассы. Разведем ее в воде. И гоу. Ух. Царская прикормка. Лучшая из лучших. Надо запатентировать то, что я мешаю. Между прочим, ребятки, классные сумки. Японская сумочка от фирмы Daiwa. Блин, бомба. Я думаю, вы видите постоянно в моих видео. Все, это все прячем. Она не промокает, закрывается полностью. Есть тут еще такой кармашек. У меня там мамалыга лежит. Я туда, если с лодки рыбачу, я туда камеры ложу, потому что в лодке воды часто бывает, которая стекает с удочки. Одежду можно туда ложить, если дождь. Ничего у вас не промокнет, не намокнет. Советую. Кому интересно, оставлю ссылочку. Они сейчас вообще идут такие черно-красные. Шикарные. Я себе брал еще белые, но белые сильно морается. Так. Поехали кормочки заряжать. Так, где тут наши кормочки от Михалыча? Фух. Друзья, самая простая, самая примитивная снасть. Пружинка. Внизу грузик и два крючка возле пружинки. А рыбу убивает, ну просто страшно. Просто кобздец. Сейчас многие подделывают эти кормочки. Но вон люди покупали, снова возвращались ко мне. И там продают намного дешевле, чем мои. Хе, оказывается, не ловят они так рыбу, как Михалыча. Да, друзья, и оригинальные кормочки идут с логотипом нашего канала. Вот клуб. И с второй стороны написано «Клуб рыбаков». Видели, какой грузик на наших... На наших кормочках. И кормочки мои можно купить. Продаю я их. Лично я их продаю. Магазин Карбзандер и магазин Барракуда. Это в Белой Церкви. Все, друзья. Все остальное это подделка. Ну, можете купить, попробовать. Чтобы удостовериться самим. Короче, заряжаем. Прикормочку я пересыпал вот такие лоточки. Смотрим, что тут получилось. О, класс. Получилось в самый раз. И лепится... И рассыпчатая. Значит, бомбезно сюда крыля добавлять в эту прикормочку и в кормочки его. Так, на крючки я ничего не ставлю, пока будем рыбачить с одним пенопластом. Это всегда везде работало. Но бывает, надо какого-то червячка ставить или опарика. Короче, это все экспериментальным путем определяется. Ну, пока будем рыбачить. На польский пенопласт вот на крючках раз повесил, и пока кормочка не оторвешь. Все, вставляем крючки. Оп. Крючки вставляем в наш кормачок и поехали. Крючки здесь у меня стоят такие, что и карасик, и карп любой берет. Восьмой номер. Теперь по самой снасти. Друзья, спиннинга я использую Golden Catch Passion в размере 2,70 и с тестом 40-125 грамм. Спиннинг, конечно, песня-сказка. Под кормочки, ну, просто идеальный. Люди распробовали эти спиннинги. Их было там что-то около 1000 штук в Украине. Все выкупили, все выгребли. Но, ребятки, сейчас пришли трехметровые. Я думаю, трехметровый будет получше, чем 2,70. Он будет дальше кидать. Как на меня, то чем длиннее, тем лучше. Так, и катушечка проверенная. У меня стоит здесь Brain. Brain Accent 5000. Ребят, удобно клипсоваться, подпружиненная круглая клипса, если нужно. Ручка вкручивается, как у шимановских катушках. Это вообще балдеж. Видели, как складывается? Чук-чук-чук. Вкручивается туда в механизм. Надежная, классная. А леску так вообще, смотрите. Леску кладет, как обычная спиннинговая катушка. 6 подшипников. Плюс один. Плюс один в ролике лескоукладывателя. И лесочка у меня здесь стоит 0,25. Было стояло 0,3, но я вчера перевязал на 0,25. Как-то 0,25 она и лучше летит, и не так на ветре парусит. Короче, поприкольней будет. И, в принципе, почти любую рыбу может вытянуть. Ребят, первый заброс. Погнали. Так, сегодня я ставлю на джексоновских сигнализаторах, а то вдруг там будем отходить, кукурузу ломать, варить.
О, чтобы рыбка нас звала. Все, один есть. Также сейчас и второй забрасываем. Все, ребятки, кормочки наши заброшены. Так, я сразу и подсачку взял. Говорит Славик, ты склал. Ты что там, уже и клюешь или что? Я подсаку, ребятки, сложу, сразу сложил. Называется Brain Phantom. Можно складывать ее, она набирается. Можно вынимать эти штучки, складывать, будет подсака у вас до 5 метров. Удобная на карасика, на леща, самое то. И самое главное, что она легенькая. Все, вдруг карпы какие-то клюнут, будет то, что надо. Ну и флеты сейчас зарядим, ребятки. Флет кормушечки у меня от фирмы Orange. Они идут как собранные сразу, видели, сразу с литкором, с крючком. То есть купил, прицепил и сразу пошел рыбачить. Если у вас топталочки нет, вот сразу и с топталкой продается, видели. Лучшие флеты в Украине и недорогие, до неприличия недорогие. Топталочка здесь правильная идет, видели. Скопировали у англичан. Бомба. А кто любит сам делать флет-кормушечки, ну то есть монтаж делать, монтировать. Так они продаются, просто одна кормушка, что-то там вообще копейки стоит. И я их монтирую тогда на флюорокарбончике. Можете и вы так делать. Ну, сейчас я поставил готовую. Здесь крючка я поставил другого, потому что там 6-й номер у меня стоял. Я поставил 8-й номер крючочек. Маленький, классный, все отлично. Так, ребятки, ну и бойлики мы будем ставить. Флетики же у нас на волосяной оснастке, то бойлика мы будем ставить от фирмы Tandem Base. То есть подразделение Winner. Вы уже знаете эти бойлики. Он Drosk Winnowegiastko Pitchcat. Короче, маленький бойлик, 8 мм. Я же говорю, карпы дуреют от них. Посмотрим, что нам скажут карасики. Ну, кормочки он пока молчат. И рядом с нами ребятки он сидели целую ночь. И я не видел пока ни одной рыбы, чтобы они вытянули. У нас вчера дожди сильные прошли. Может, перемена погоды. И зараза пока не хочет брать. Но ничего, сейчас забросим все снасти. Если не будет брать, будем кормиться. Фирма Orange продает не только готовые оснастки флеты, а и комплектующие карповой рыбалки. То есть и к флетам, и к бойловой оснасточке. Вот вертлюжки я себе взял, когда сам монтирую. Здесь как раз вертлюжки под их флет. Тоже советую вам сразу такое прикупить. Так, ну что, заминаем нашу кормушечку, цепушечку. О, напилась воды. Надо доувлажнять. А ну сейчас посмотрим. Такая полусухая прикормка сейчас у нас. Как она замнется. Хопана. Оп-оп-оп. О, огонь. Смотрите, как красиво, да? Все, забрасываем. Под флетики я использую фидерное удилище Brain Scout в размере 3,90 и 130 грамм тест у него. Катушечка здесь также по фен-шую, что все стоит. Brain Scout 5000. 8 подшипников плюс 1 в ролике лесоукладывателя. Ребятки, снасть просто офигенная. И как для фидерной снасти, очень недорогая. Шикарная, можно сказать, топовая снасть. И стоит катушка что-то там в районе 1000, а сам спиннинг 1500+. Так что, друзья, на кормочки удилища. Вот, топ. А если у кого-то есть побольше немножко денежки, то я советую вам добавить и купить все-таки фидера. Так, что? Идем забрасываем. Леска у меня здесь также стоит 0,25. Намотан шок-лидер 0,23 с нитки оригинальной американской Power Pro. Хоп, чтобы не отстреливались кормушечки. Фидером, ребятки, все-таки можете подальше забросить. При желании 100 метров легко.
Все, ребятки, снасти в воде, два фидера на флетах и два кормочка. Ждем поклевку, ждем полчаса, если не будет клевать, будем кормиться. Фу, ну и солнце жарит, ехарный бабай. К нам телочки подрулили. Да, телочки. О, все, внимание, внимание на Михалыча. Да. Что за фигня, да, пахнет прикормкой. Ты крыль не жрешь? На, жри. О, жрет. Вкусный крыль, да, даже коровы крыль хавают. Не, невкусный? Так, давайте, закармливай тут мне, ё-моё. Плавает возле моих... возле моих кормочков. А ну сейчас посмотрим, будут драть нашу прикормочку или не. На, корова. На, мынь-мынь-мынь. А ну, зацени. Ага, огонь. О, смотри, как напал. Хорош. Надо рыбу нашу толкать. Куда-куда? Еще одна нападает. Ё-моё! Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту! На, жри! Все, хорош, народ. Все. Видели, народ? Мы чуть всю прикормку не сожрали. Ё-моё. Не-не-не, все, свободные. Короче, ребятки, просидел я там полдня. И нифига, клевали одни ассасиновики и тёлки жрали нашу прикормку. Короче, переехал я на другой водоем. Сейчас будем пробовать ловить здесь. Но я, наверное, знаю, почему не клевало, ребятки. Потому что я был не побритый. Я заехал домой, побрился, взял пелис клуб рыбаков. И остальное все то же самое. Короче, садимся. И, ребятки, хочу сегодня я посидеть с ночевкой. Может, карась просто днем не ловится, а будет ночью ловиться. Ага. Короче, вот такое у меня здесь место. О! С горы, видите, тут я на горе стою, то внизу. Раскладываемся все то же самое. И вперед. Кормочки я забросил, пока что куда-нибудь и как-нибудь. На одном кормочке я намешал прикормки основа халва. Добавил чуть-чуть гейзера, кукуруза, карамель. Чуть-чуть специй. И зерновые 3 кабайс мед. Добавил туда крыля и залил это все мелассой. А на втором кормочке я сделал чесночную прикормку. То есть Real Fish чеснок и зерновой микс тоже, также чеснок. И тоже добавил туда 50 грамм крыля. На этом месте я буду рыбачить первый раз. Хочу посмотреть, какое здесь дно. Хочу побросать диппера, ребятки. Я на этом водоеме в прошлом году раз был, но сидел, он крестообразный этот водоем, сидел где-то там километра 2 от этого места. Опа! Сейчас побросаем диперка нового, посмотрим, какая здесь глубина, что здесь вообще, какое дно. Ну вот, а здесь приличная глубина, народ, 1,80 м, и он вверху, рыбы плавают. Поверху, на дне ничего нет. 1,70 м. Думаю, вам там видно. То в камеру не сильно видно. Снова 1,80 м. Ямки есть, он выбиты. 1,70 м. Ну, прикольное. Рыбы нет. Значит, надо будет ее здесь немножко подкармливать. У вас снова он выемка. И пошел выход. Так, буквально 20 метров от берега надо бросать. Все, 1,60 м. 1,70 м. Интересное дно, да. И наконец-то добрались мы до флетиков. Ребятки, хочу попробовать наш пелис, клуб рыбаков. Вот вон двух видов. Фруктовый и рыбный. Я его здесь немножко смешал.
залил его бустером «Дьявольская сладость» Tandem Base. И бойлика поставил Brosquinho Justco Peach Cake. Во, 8 мм. Интересно мне, будет наш пелец работать по карасю, по карпам и по лещам? Он пока не, конечно, показал супер класс. Вы же видели видео, как я... Ух ты, ух ты. У нас там клюет. У нас там клюет. Где клевал? Ага, вот это, да. Давай, здесь я бросил под берег, там 20 метров. 20 метров от нас и почти под самым берегом. Закормил туда, пару с помпиков забросал. И этот тоже метров 20. Короче, побросал на бровках, недалеко от берега. И какой-то уже клевал. Ну, давайте, давайте продолжение. Ладно, идем фидера заряжаем. Короче, ребятки, сейчас посмотрим, будет ли работать по карасю или не будет. Но я вам, конечно, не очень рекомендую использовать ее на карася, потому что, ну, он чуть не на вес золота. Я его показал в первых своих роликах. Друзья, буквально за 4-5 дней тона его разошлась, и все, и он исчез. Но сейчас он снова появился, так что можете заказывать. Так, заряжаем. Кто из людей попробовал его, ну, блин, я ж, как и обещал, вы прозреете. Народ прозрел. Как он валит карпа. Карпа просто убивает. Шикс. Напомню, что сделан этот пелец в Голландии. Опа! На голландском заводе. И проблема, сейчас проблема через границу перевести этот пелец. Ну, у нас вроде бы получилось. Так что в наличии есть, можете заказывать. Но, ребятки, только для Украины. Прикорм запрещен к пересылу в другие страны. И да, ребятки, мы смогли замутить, короче, насадочный пелец, которого днем с огнем нигде не сыщешь. Также будет двух вкусов. Клубничный, то есть фруктовый, и рыбный. Кальмар будет называться. Будет идти вот, наверное, в таких баночках больше всего. И он уже есть в наличии. И будет 15 миллиметров и 18 или 20 миллиметров. Я ловил, помните, на 20-миллиметровый. Не теряйте время, ребятки. Не ловите гав, а то тоже будете мне писать потом через неделю. Михалыч, зачем ты рекламируешь, если его нет? Просто быстро разбирает. Это такая убойная штука на карпа. И быстро расходится. Так как вот этот пелец, ну тоже просто труба. Его размели, просто размели. Так, все, забрасываем следующего фидера и будем готовиться. Палаточку надо же поставить на ночь. Все, наконец-то. Снасти в воде, два кормачка и два флет-фидера. То есть фидера с флет-кормушками. Там пелец, там прикормочка Real Fish. Ну и пока рыбка не клюет, я сейчас по-быстрому, наверное, шлепну автоматическую палаточку Zander 4. Что, клюет? О, на фидер что-то запикало. Готово. 3 секунды, и моя палаточка стоит. Теперь, ребятки, вот так выглядит мое место, где я ловлю рыбку. Смотрю, на другой стороне тоже народ посъезжался. Но не слышно, чтобы кто-то что-то ловил. Ждем клёва. В середине я повесил москиточку, чтобы комарики не доставали ночью. Сейчас на пол бросим самонадувающегося коврика. Хопс. Между прочим, ребят, очень удобная штука. Откручиваем вот здесь золотничок. И все. Слышите, пошел. Пошел в него воздух. И он надувается. Вы ее туда забросили. Он себе сам надуется, пока вы там будете заниматься своими делами. А дела у нас пока никакие. Рыба, ну давай, ну что ты, ё-моё. Проблема на сегодняшний день, проблема поймать карасика.
С карпами вообще никаких, а вот карасика поймать днем с огнем не сыщешь. Между прочим, ребятки, на сегодняшний день хорошие скидочки идут на эти палатки, на самонадувные коврики и вообще на туристические товары. И как на меня, это лучшая автоматическая палатка, цена-качество на сегодняшний день. Так что, что еще не купил, как раз время, хорошее время сейчас приобрести такую палаточку. Так, надо посмотреть, перезаброситься. Ого! Ё-моё! И народ, ну как всегда. Прицепила, это была поклевка в самом начале. Видели? Как всегда, первая рыба у Михалыча. Плотва собака. Люди говорят, красноперка, там ты рыбу неправильно определяешь. Народ, у нас это все плотва. Весь этот мусор, плотва собака. Блин, иди, мне карасиков нужно. Блин, и клюнула на чесночную прикормку, и чесночные пуфики висели здесь на крючках. Так, все, перезаряжаем, перезабрасываем. Но все равно, ребятки, начало есть, первая рыба, ёкарный бабай. Все, забрасываем. Снова туда же. Упс. Так, и, наверное, сейчас сразу решим вопрос с освещением на ночь. Лампы Килникс, ребятки, которые вы уже все знаете. Много у кого они есть. Лучшие лампы для рыбалки на сегодняшний день. Они водонепроницаемые, ударопрочные, борются с комариками. И самое главное, отлично светят. Светят они просто супер класс. Три режима у них. Хопс. Это обычный Килникс. Вешаем его к нашим удилищам на улице. Хопа-хопа. Опс. О, будет нам здесь светить. И еще какое достоинство их, что очень долго светит. На втором режиме эта лампа может светить 2 дня даже в мороз. Так, и вторая лампа, это новинка. Новинка от Килникс 2019. Ребятки, это лампа заряжается, лампа на солнечных батареях, заряжается от солнца и работает даже в пасмурную погоду. И также она работает как powerbank на 2000 ампер-часов. Все также классно светит. Вот есть внизу фонарик, можно переключить на лепестки, нажали, подержали, на лепесточке переключается. Видели эту лампу? Эту лампочку мы повесим в палатке, чтобы выбегать и не зацепиться за эту штуку. Сейчас где-то приспособим ее тут. Оп. О, ребят, нифига себе, лампа по фен-шуй. По цвету палатки, видели? Прикольно. Все, пускай висит тут. От этой лампы можно телефоны заряжать. Те же лампы Килникс обычные можно заряжать. И, ребятки, и еще какой прикол. Эти лампы Килникс продают по всему миру. Так что можете заказывать с любой страны. Блин, что-то запищало и остановилось. Ага, опустила. Пока я тут отошел. О, ребят, что-то есть. Ура. Ура. Это клюнуло на польский пенопласт. И что там у нас? Ага, и халва. Да, и прикормка халва. О, там нормально. Хорошенький карасик. Юх. Фух, ребятки. Наконец-то. Наконец-то я поймал карася. Ты еще смотрите какого. Жесть, класс. О, первый карасик. Ё-моё, как же я люблю карасевича. Ай-яй-яй-яй-яй. Как я рад, ребятки, вы даже не представляете. Я тому карпу десятки не был такой рад, как такому карасику. Так, где наш садочек под карасевичей? Я вам уже показывал садок Калипсо. Тоже огонь. Дешевый, стоит 3 копейки. И бомба. Он бросил кирпич туда вниз, чтобы не всплывал. Отлично, я с лодки его использую. И на карасиков будет в самый раз. Фух, наконец-то. Спасибо, спасибо Нептуну. Спасибо Нептуну. Класс, класс, класс. Класс, супер класс. Чик. Иди, брателла. Все, уже не зря я приехал. Уже не зря. Шо-шо-шо. Давай, давай, давай. Давай. И тут что-то пикнуло. Ну, давай. Давай, продолжение, давай. Так,
Все, наживляем, забрасываем. Ну, раз такое дело, ребятки, так можно и сальца хряпнуть. Опа-на. С помидорчиками, да с яичками вареными, да с лучком. Ах, сало, как же оно пахнет. Только достаю и аж разговаривать не могу. Слюнки текут, блин. А еще я яичко вареное люблю. Правда, соль забыл. Ну ничего. Ну что, ребятки, давайте. Кто с Михалычем, тот трусит холодильнички свои. Давайте трусите там, накрывайте поляночку. И вперед. Занюхайте. А, жесть. За первого сбитого сальцом бабахнем. Короче, ребятки, кто кушает с Михалычем, приятного вам аппетита. Перекус. Ну и ждем следующего. Ребятки, у вас уже есть ножики гамблер? Как у Михалыча. Блин, бомба. Этот ножик уже ходит второй год. И не затупился. По сей день. Прячем его на место. Вареное яичко с детства люблю. Так, надо идти по соль. Соль я не забыл. Она лежит в автомобиле там наверху, на горе. Сейчас пойду. О, только сел сальца покушать. Тут уже и клюет. Ну, давай. Опа. На тот же самый. Это же я его недавно перезабросил. Ого, как упирается. Ничего себе. Хороший карасявич, наверное. Ребят, и первая поклевка карася была где-то через 5 часов, как я сюда приехал. Аж на вечер. Ух, ничего себе, карась поменьше, но круглый какой, ребят. Смотрите, какие карасевичи клюют. Ё-моё, караси-монстры просто. Кругляшок какой. Круглый, классный, это вкусные караси, я знаю. Бомба. И на пенопласт. На польский пенопласт. Клюют такие классные карасики. Всё, в садочек. Завтра вас будем жарить с утра. Буду учиться жарить карасей. Карпа я жарил, мне понравилось. А я как раз только сало убрал со стола и решил вот флеты поперезабрасывать. И карасик клюнул. Он услышал, что я сало кушаю. Ах, красота. Так, сейчас флеты перезабросим и забросим потом кормачка того. Флетики стоят, молчат. Пока молчат, посмотрим, что ночью будет. Тюк, полетело. Уже на левый что-то клюет. Сидишь там? На чесночные пуфики дергало. Ну давай, ты там, наверное, сидишь, да? Наверное, сидит. С-под берега, да? Есть. Есть, ох, классно. И ветер уйти на вечер. Просто красота, ребятки. Класс. Балдеж. Как же я давно карасиков нормальных не ловил. Ай, ушел, не? А, не, есть. Блин. Здесь не карасик, здесь плотва собака. Собака-плотва. Фу. Иди гуляй. Чеснок любит плотва. Видели здесь? Так куда ты? Ой, куда ты падаешь? Это, блин, гадина. А я уже надеялся, что там хороший карась. Короче, ребятки, вытянул я флетика. На флет молчит. И поставил я кормачок свой. А на крючки вот приехал ко мне хозяин водоема, Ростик. Так что, народ, я вам даже телефончик оставлю. Если хорошо будет ловиться, оставим вам телефончик. Привез меня в парик. Говорит, у нас здесь на опарике ловят. А я на пенопласт уже два поймал. Сейчас будем пробовать опарики и тоже
пуф и, короче, с опариком. Все, сладенькую прикормочку, халву. И гей. Во-во-во, ребятки, ребятки. Опа, пошла жара. Есть. Карасик, очередной карасик, не заставил себя долго ждать. Иди, братала, сюда. И снова на пенопласт, народ. Я уже ж повесил он и опарики, и пуфики. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Куда-куда-куда. О! Оба! Щух! Снова такой круглячок. Красивый круглячок. Такой грамм, наверное, 300-400. Блин, он что-то пузатый. То ли он прикормкой нажрался, то ли он нереститься собрался. Красавчик. Ай, красава. Все, давай, иди в норочку. Третьим будешь. Третьим будешь. Оп. Есть. Бог троицу любит. Блин, я тут фоточки пощу, там клюет. На гору пришлось выйти. Давай. Опустила совсем. На пуфики. Из-под берега на чеснок. Ну, снова плотва или карась уже, а? Кто там к нам идет? Скоро темнеет. Что, снова плотва? Да ё-моё, народ. Блин, снова плотва собака и за перо. Фу, я обкекалась, бе. Фу, сыруха, иди, бе. Обосрала Михалыча, гадина. Короче, зарядил я. Пенопласт внизу поставил, а вверху пуфика чесночного. И вот Ростик мне принес какое-то пенотесто дипованное, чесночное. Говорит, что он неплохо ловил карасей здесь. Ну, что-то я на один поставил. Поставил на спиннинг. Молчит, как рыба об лёд. А ну... Опа, да ну. Снова плотва. Чух. О. Или плотва, ё-моё. Блин, с под берега клюет одна плотва. Ёшкин кот. У нас уже и темнеет совсем. А не, что-то упирается. Может, не плотва? Я сюда уже... О, наконец-то карасик клюнул, ребятки. Карасевич клюнул. Клюнул карасик красивенький. А, видели? Красивенький карасик. Наконец-то. А, и там стоял пенопласт обычный. Да. Вверху я поставил... Правильно, вверху я поставил пуфика, а внизу пенопласт. Значит, все, никаких пуфиков. Ставим пенопластик. Иди в норку. Опа, завтра будем вас жарить. Короче, ставлю польский пенопласт. И ну ее в баню ту плотву. Надо ловить на то, что лучше всего получается. Правильно, народ? Правильно. Хопа. Пенопластик раз поставил. И навсегда. О. И пока кормачка не оторвешь. Долгоиграющий. О, анонис обычный сейчас поставлю. Обычные магазины, ребятки. Купил там он еще вроде бы с каким-то вкусом. Мед. Вот только что попал карасик на мед. Но он слетает. Что плохо в этом пенопласте, что он одноразовый. Одна рыбка клюнула, и он слетает. Ломается, точнее. Все. Даже новый... Не заминаю новую кашу в кормак. Это пойдет чесночная. Так, надо уже освещение включать. Килнексы, шмилнексы. Раз, два. О, все, теперь у нас территория засвечена. О, огонь. Так, достал фидера, вынял. Опарики. Тут, где, короче, кормачок висит. Опарики все на месте. Все висело. Сейчас поставим снова. Все-таки поставлю на ночь, пускай флетик стоит. Не клевалом. Клюет на те кормачки,
где я кормился, где я с помбами подкормил рыбку. А так на шару, видите, ребятки, не хочет. Не кормишься, не ловишь рыбку. Народу куча сидит на водоеме. И каждый рыбку тянет к себе. Так что без прикормочки. И она заходит туда, где есть прикормка. И хорошая прикормочка. Опа. Наш пелец с активатором клёва Tandem Bass. Опа, слышно далеко. Будем надеяться, что что-то его там найдет. Но караси тоже не клевали. О, красиво как получается. Ну, все, забрасываем на ночь леты. Ё-моё, у нас тут клюет, у нас тут клюет. Ребят, первая ночная поклевка. Так, у нас там есть что-то или не есть? Не понял, ластая. А, не, что-то маленькое есть. Кто там у нас? Ху! На пенопласт клюнула плотва собака. Вот такая красивая, ё-моё. Стой. Видели, какая? Селедка ночью клюет. Иди гуляй, мы такую рыбу не берем. Фух. А я как раз собрался засыпать. Включил себе колыбельную музычку. Там он играет. Блин, балдеж. Классно. Видели, как мне. Спальника забыл. Представляете, народ, забыл спальника. Хорошо, что есть вот такая накидка. Музычка у меня там играет. Все хорошо. И плотва собака, блин. Только начал засыпать. Сейчас 11 часов. Разбудила гадина. Опа, 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 опускает, опускает. Снова плотва дергает, блин. Сейчас посмотрим. Ну, ребятка, бегом пишите там, кто прицепился. Плотва или не плотва. На пенопласт, видели, валит. Ну, этот сопротивляется чего-то, наверное, не плотва. После 11 начался клюв, да. Ух, ребят, карасик. Фух, карасик-чебурасик обрызгал камеру. Во, красивенький такой, да, Карасевич. Красавчик, ай-яй-яй-яй-яй. Как же я вас люблю, ребятки. Ты у меня же, ты уже мне жареным пахнешь. А, класс. Так, я садочка повесил возле килнекса. А то вот на этом островке, где мои спиннины стоят, там крыса живет. И уже два раза заходила, хотела сожрать моих карасей. А что же я завтра буду жарить? Там, где наша подставочка? Чук. Что же я буду жарить, если она сожрет? Да я его перевесил. Опа. Иди, гуляй, а мы наживляемся и забрасываем. Видели, польский пенопласт лучше работает, как какие-то пуфики. Тут Ростик пуфики привез, задипованные, так воняет. Но на них нифига, на пары же нифига. А на польский пенопласт и на обычный пенопласт он валит. О, народ, народ, снова клюет, давай. Вот как пенопласт работает. Опа. Итак, кто там у нас? Давай. О, нормальные пацаны, как раз жировые карасики. Небольшие, но и не маленькие. Опа, такой. Рам 250. Так куда? И клюнул, видели, на польский пенопласт. Он обычный там. Это польский, во, ребятки. Вот карасик. Красавчик. Стой. Хоп. Да все, не дергайся. Ты идешь в норку.
норочку. Хопс. Обана. Бульк. Красота. Просто красота. Зарядился по новой. Давайте. Карасики, давайте, радуйте Михалыча. Бульк. О, что там у нас? О, утро настает. Что-то там пикает, шмикает. Ну, толку не тянет так. С утра. А фидера ни одной поклевки, ребятки, так и не было. Так, килнеса можно вырубать. Так, сейчас, наверное, надо кофейка забабахать. Да? Не, наверное, сейчас перезаброшусь. По одному с помбику брошу на закормочку. И можно кофейка попить. О, прохладно с утра было, блин. Забыл спальничка. О, бомба. Вот хорошо, удилище мощное, что можно легко из помбика побросать. Без каких-либо проблем. Это удилище я под берег бросал, но что-то под берегом поклевок не было. Будем сейчас вон возьмем точечку и закормим новую. Клипса здесь стоит. Расстояние примерно нормальное. Вот сейчас туда бульк набабахаем. Так, и перезаряжаюсь. Тут, где чесночная прикормочка стоит, поставил одного, один пенопласт, один чесночный пуфик. И опарики туда бахнем. Так как хозяин водоема рассказывал, ловит. Хотя я вчера на опарик ничего не поймал. Может, с утра будет. Блин, как же классно, ребятки, утром. Петухи поют вокруг. Вам, наверное, не слышно. Кто-то на том берегу чихает. Все, поехали. Бульк. Чётенько попал на точечку. Так, это мне гейзер. Знаете, что сейчас сделает народ? Классный, классный пелец, жалко. Я сейчас смешаю, замешаю гейзера, чисто гейзера, и смешаю его с пелицем. Поставим кормочки на фидера. И сделаем для них такую специальную прикормочку. Жестяковая прикормочка будет. Бо на сам пелец, видите, карасики не ведутся. Все-таки, значит, четко он карповый. Лещи клевали, карпы клевали, караси не хотят. Так, один фидерок я забросил на кормачок, а один все-таки оставлю с прикормочкой. Интересно же мне будет. Будет же работать сама прикормка, или то пелец не работает, или сам флет просто хуже работает, чем мои кормочки. И наконец-то мы дошли до кофе. Ребятки, один из моих подписчиков прислал интересное кофе.
Фирма называется Радиокава. Представляете себе, есть кофе. Кофе специально для рыбаков. Карфишинг, для карпятников типа. Есть кофе ночное и есть кофе дневное. Отличается оно тем, что это ядреное, но это уже попроще. То есть здесь одна арабика, а здесь арабика, 80% арабики и 20% робусты. Робуста ж бодрит. Ой, еще смотрите, видели, какую я наклейку приклеили? Михалыч, канал Клуб Рыбаков. Ну, крутяк. Сейчас будем пробовать. Какую? Наверное, будем пробовать ночную, чтобы с утра взбодриться. Ёкарный бабай. Так, где наша турочка? Ой, где наш гейзер? А наш гейзер где-то здесь. У меня такая сумка, здесь кухня. Чего здесь только нет. И кастрюли, и чайники. О, вот наш гейзер. А, запахло как с утреца кава. А, класс. О. Так, водички забыл налить. Ох, и кофе пахнет. Супер, супер, пупер. А, с гейзера и так, само собой, получается ядреное кофе. А если там оно еще такое четкое? Ну, сейчас попробуем, я вам скажу, друзья. Что нам здесь прислали? С утра какие-то дельтапланеристы тут вылетели у нас. Ну и дырчалка, как бензопила работает. О, пошла жара. О, все, готово. Можно рыбачить. О, а запах какой пошел, ребятка, слышите? Запах утреннего кофе. О. Давайте наливайте по кофейку, кто с утра смотрит. Видео. Я же выпускаю видео в 7 часов утра, так что самое оно. Друзья, с добрым утром! С добрым утром вас! Пробуем кофе. О, ядреное. Ох, и ядреное, ё-моё. Надо добавить сахара. Действительно ядрен батон получился. Сейчас сахарку туда бабахнем. Обалденные, ребятки, кофе. Я оставлю вам ссылочку на радио кофе. Наш коллега рыболов делает это кафло. И он, знаете, понимает толк в кофе. Знает толк в кофе. О, зверин. Так рыбка. А рыбка не клюет, видели? А рыбка пока никак. Тишина и спокойствие. Ночью-то я поймал пару карасиков и плотву собаку. Что-то еще... А, было две холостых поклевки. Еще чего-то там пикало, шмикало, но никак. Короче, ждем. Пьем кофе и ждем поклевочку. Ждем карасиков. О, народ, на свежее кофе подписчики сбегаются. Здорово, Руслан. Давай, арбузиков. О, народ. Видите, как надо приходить на свежее кофе утреннее? Бойло несет. Да. Привет, друже. Доброе утро. Попал? Да. Нормально? Конечно. Давай, бойлика туда. Сейчас мы тебе кофе заколошматим. Ты попал как раз и в кино ко мне. Приветствую, ребят. Не холодно было, да? Прохладно. Я спальника забыл, ё-моё. У меня два штуки, я, наверное, начал приехать. У меня четыре гаража.
А ну, пробуй кофе. Сахар надо? Есть сахар. Надо сахар? Да, чуть-чуть надо. Да. Крепковатые? Зверин? Да. Опа, спасибо. Смотри. Короче, кофе Карпятников. Есть дневное, а есть ночное. Я ночного наколошматил. Типа зверин, взрыв мозга. Потом рыба будет бешеная. Да, рыбаки будут бешеные. Чувствуется, да? Конечно. С утреца кофе, а, хорошо. Перед рыбалкой, ага. Супер, огонь. О, у нас тут клюет. Ага, пошел на нас. Ух ты, ёкарный бабой. Вроде бы карпуша клюнул. Или хороший карась. Так хорошо паровозик сделал. Блин, и уходит. Уходит под деревья. Иди сюда, друг. Ну, я тебя так думаю. Во, ребятки. Еще и аккумулятор разрядился. Стой, пока тяну. А, блин. Карпуша, видели, на кормачок и на пенопласт на польский. Шок стоять. Небольшой, но все равно. Оба. Но все равно приятно. Народ, вместо Карасевича. Я же говорил, блин, едешь поймать карася, хрен там, карпы клюют. А? Как синька. Круглый, блин. Вкусный, наверное. Мы сейчас ее взвесим и отпустим, да? Кто сколько дает? Сколько? Кило? Сейчас. Ку-бу-бун. Ого. Треха? Ничего себе, 3 килограмма 25 грамм. Даже я не ожидал. Фух, с икрой, наверное. Хорошо. Чикс. Так, друже, давай. Папу, маму, бабушку, дедушку. А вообще, лучше пару десятков карасей позови. Давай. Самочка красивая, давай. Хоба! Ушла. И не попозировала. А, во-во-во. Не, ушла. Yes. Ну-ну, давай. Тут у нас... Опа, на нас пошло. Ох, сошел гад. Блин, был карасик. Ё-моё. Почувствовал и ушел. Давай. Ну, что там сидишь? Сидит, наверное. Опа! И, ребятки, и клюнула в нас. Фух, вот вас собака. Да что ж такое, уже обеденное время, народ, не хотят карасей клевать. Вот то карпики, все. Значит, сейчас надо нам карасиков поджарить, наверное. Так, где наши там рыбки? Во. Так, надо выбрать самых маленьких. Красивых 4 карасика. Как раз с этим, с Русланом, нам будет по делу. Руслан где-то там сбоку сидит в кустах. Тоже поймал пару карасиков. Ну, слабо ловится. Так, что я поймал? 3. О, 6 штук поймал уже, да? Так, сейчас этого кругленького. О, вот поменьше. Ну и круглый. Надо же таким круглым быть, чувак. Какой-то смешной. Ага. Пойдет. 2 еще домой привезем. А может, еще чего поймаем. До вечера еще далеко.
Пойдем чистить рыбку. Блин, снова тучи натягивает. Надо быстрее приготовить, пожарить рыбку, пока дождя нет. Так, тарелочку в сторонку. Хопа. Наш ножик Гамблер выручает при любых обстоятельствах. Надо теперь посолить соль, ёшкину мать. Так, где там дырочки в этой соли? Ага, их надо еще там открыть. Ёшкина мать, новую купил. Ёшкину мать. Эх, ты куда? Соль, ёшкину мать. Рыбка посолена, пускай просаливается, пускай солью проходит. А мы идем зажигать наш костер. Так, ветер дует, наверное, надо прятаться где-то за палаточку. Комфорка наша разогревается. О, здесь будет, наверное, самое то. О, класс. Хопа! Ребятки, моя сковородочка, клуб рыбаков. Подписчики забацали сковородку классную. С моим логотипом даже вышли. И на самой сковородке логотип клуб рыбаков. Опа. Вот с такой сковородкой хочется учиться готовить. Блин, бомба. Надо крышку. Крышку на огне надо прожарить, а то крышка не с того металла, что сковородка. И немного ржавеет бывает. Если ее прожарить на огне и смазать потом растительным маслом, потом она уже не ржавеет. Это мне так подсказали тоже мои подписчики. Так, смачно готую, багато наливаю. Ну, не наливаем, а сейчас готовить будем смачно. Подставочку сделаем под сковородочку. О, сковородочка уже пожарилась. Взялась пленочкой такой, олифой берется. Главное ее не мыть, мне сказали. Не мыть, а чисто травой протер, маслом протер и все. И до следующего раза. И говорят, будет служить она верой и правдой долго-долго. Ну, я уже испытал, конечно. Бомба. В прошлый раз карпиков мы жарили. Мне очень карп понравился. Теперь хочу карасиков, ребята, даже говорить не могу. Так слюнки катятся. Жесть. Так, ручки прикрутить. Ручечки прикрутить. Хопа-хопа. Ай-яй-яй. Какой прикол, ребятки, в этой сковородке, что она сделана с каленого диска. А вы ж, ну, я думаю, кто готовит, тот знает, что сковородка с диска лучше не придумаешь. О! Когда-то кто на рыбалке ездит, на охоты, на природу, искали эти диски, делали это все. А сейчас нашлись ребятка, которые поставили это все на конвейер и радуют нас такими сковородками. Кому, ребят, интересно, я оставлю вам ссылочку, где можно приобрести такую же сковородку. Хопа-хопа. Ай-яй-яй. Убрал я из-за палатки, блин, а то перевернулась только что сковородка. Мою новую палатку. Облил, блин. Облил маслом. Это кобздец, ребят. Что я теперь делаю? Я же говорю, я не повар, я только учусь. И готовить не сильно люблю. Но карасиков жареных люблю. И когда некому готовить, приходится делать все самому. Кукурузяная мука. Чик. Серый мне показал, как готовить. Думает, здесь нет ничего сложного. Опа-опа. Ба-ба-бам. Давай. Друг. Так, вынул баллон из чехла. Так вроде бы устойчивый стоит. Ай-яй-яй. С этих еще не помазал. Тут уже корочкой взялся. Это-то... Карасики, чебурасики сейчас будут вкусненькие. О, всех пристроил. Давайте. Трах тебе дох и жарились. Упс. О,
Один уже похож на жареного карася. Жареные карасики. Блин, я не успел, народ. Снова пошел дождь. Ну, блин, полный кобздец. Надо прятаться где-то. Прятаться в палатку. Прятать стола. Я уже тут все приготовил. Ну, блин. Ру-ту-ту. Так. Сейчас будем переносить. Тяжелая собака. Надо ж карасиков дожарить. Ё-моё, как не вовремя этот дождь. Ё-моё, мои палатки же есть же такое накрытие. Я совсем за него забыл, блин. Хопа-хопа. Сейчас забацаем. Чик. Крышу, и будет все бомба. Блин, пока палаткой занимаемся, рыба горит. Короче, народ, готовка, наверное, пригорела немножко. Готовка, наверное, не мое. Что-то мне так кажется. Не-не-не. Каждый должен заниматься своим делом. Ё-моё. Чуть-чуть пригорело, да? Этот карасик нормальный. Или много я их сюда наложил. Во, народ, заделал такого козырька. Все классно. Но пока его заделал, то тут у нас, наверное... Так, блин, там заделал. Здесь течет прямо на стол. Эх, зачем этот дождь? Тут карасик, карасики горят. Ну ничего, будем... Горячее сырым не бывает. Карасики, горелые карасики от Михалыча. Фирменное блюдо. Ой, вот здесь и шкура отлезла. Короче, все. Срочно надо повара. Срочно надо штатного повара. Ну, я думаю, они уже жарились, да, народ? Как вы думаете? Аппетитные карасики. Ой, блин, ну зато пахнут классно. Хорош, вырубаем, наверное. Вырубаем нашу кирогаску. Ура, все. Все. О, там что-то клевать хочет. Рыба услышала, что мы жарим карасиков ихних. Ой, на фидер даже запикала. Ну, давай продолжение. Давай. Так, надо Руслана звать. Нагорелых карасей. О. То на фидер клевало, теперь здесь опускай. Ну. Давай. Теперь рыба отвлекает от жареных карасей. Но я уже карасиков снял. Ну, давай. О, он там, наверное, есть. Или плотвичка, дёрос. Хопа. Фух. О, что-то непонятно. О, начало давить. Ух. Да, с погодкой не повезло, ребятки. Что называется, не повезло. Все. Плотва собака, видели? Так. Плотва собака, иди, гадина. Гуляй. Так, надо достать трон наш царский для друзей. Руслан приехал ко мне на рыбалочку. Надо его хорошо посадить. Хотел его вкусной рыбкой накормить. Но, увы, вкусная рыбка не получилась. Помешал дождик. Хопс. О, сразу сейчас выставим, чтобы ровно сидело. Здесь удобно, между прочим, кресле выставляется. Нажал кнопочку и вот так вот раз. И высота ножек
регулируется. Опс. О, все ровненько. О, бомба. Чек. Руслан, давай на обед. Я тут обед пытался изготовить. Иди, будешь ценить. Короче, Руслан, я тебе трон. Трон для гостей. Аккуратно, аккуратно. Присаживайся. Что я тебе скажу? Короче, что я тебе скажу? С помощью ёкарной бабы и какой-то матери карасики были изготовлены. Я не знаю. Они у меня получились не очень. Ну, такие, не очень аппетитные, да? Пробуй вот этого, наверное. Ну, это точно не. Этого я буду кушать. А ну, зацени. Михалыч не повар, я только учусь. Нормально. Видел, а ты говорил, все, звонил вчера мне Руслан, говорит, все, погода классная, дождей не будет, я смотрел синоптиков. Видел? Еще раз подтверждает то, что синоптики полные, конченые дятлы. Это не помеха. Блин, дождь идет, а усе мочится. А мы карасики. Надо быть. Да, страшные, но вкусные. А ты рыбу, наверное, любишь? Люблю очень. Да, я рыбку люблю. А ну, сейчас будем... Приятного аппетита. Так, да, ребятки, я ж забыл. Блин, а ну трусите холодильники, давайте. С нами, да? Нормально, можно кушать? Да, я когда был студентом, мы тоже готовили так. По принципу, горячее сырым не бывает. Конечно. Раз, два и вперед. Там картошку жаришь, знаешь, еще не дожарили, а тебе бегают там на блоке у нас в общежитии. И тот, пока дожарил, уже пол сковородки нет. Сырой скушали, а что, студенты голодные, жрать хотят. Я еще и пальчика припек, и вот, блин, перевернул сковородку, облил свою эту палатку. Так, ну что, ребятки, ничего, что она некрасивая, но я думаю, она вкусная будет. Трусим холодильники, ребят, и приятного всем аппетита. Мы кушаем жареных карасиков. Вкусненько. Ребят, ну офигеть, ну вы знаете, караси получил хоть некрасивые, но действительно вкусные. И на соль то, что надо, и все в порядке. Так что... Так что, ну я все равно, я манав это готовить, еще палатка сгорит. Я боялся, что палатка не сгорела. Думаю, сейчас перевернется, полыхнет палатка, но я в баню. Все, всем приятного аппетита, у нас обед. Опа-опа, пока мы кушаем карасиков, у нас тут клюет. Ох, давит, как давит. Явно карасевич хороший. А мы только его собратьев покушали. Между прочим, ребятки, нормально получились. О, да. Оба-на! Руслан уже и под саку берет. Ты смотри, какой карась клюнул, да? Да, красивенький. А мы поменьше покушали. И снова на ту, там где халва я колотил, на сладенькую прикормочку. О, ребятки, вы посмотрите, какой карась. Да стой, ну дальше ж покажу тебе. Шо ты? Вот. О, дождик закончился. И пошли караси. И снова на польский пенопласт. Видели, народ? Давай, еще таких штук 10. И можно ехать домой. Первый карась за сегодня. Сейчас сколько время? Три часа? Три часа дня, блин, первый карасик. Но все равно классно. Заряжаемся. О, первая поклевка на фидер, народ. Ну. О, ничего себе. Это тут, где убийцу карася я поставил. И на гейзер. То, что я гейзер наколошматил. Отлично. Ну, фидерок сразу их вверх выволакивает. Хопа. Упс. Ух, ребят, красивый карасик, такой, как я зажарил. Хо, гейзер и пенопласт. О, где-то пенопластина одна делась. Красавчик. Бомба. Ну, отлично, пошла жара.
Пошла жара, по карасиках. О, и солнце теперь выходит. Вот это погода, ребят, видели? Только дождь прошел. Теперь солнце. Оба. И туда пускай. Ну-ну-ну. Иди сюда, дружбан. Иди сюда, дружбанчик. Тут я тоже поставил, там, где гейзер стоит. То есть там, где гейзер наколотил. И халва, то есть на сладкую прикормку. Что-то на чесночную не очень хотела. Это пошла жара карасиков. После дождика. Хопа! Блин, карасевичи, хоть не часто клюют, но тоже, ребятки, зато ж зачетные какие, да? Такие трудные даются караси, но хорошенькие ж карасики. Тут самый меньший 250-300 грамм, но этот где-то, ну сколько он? Где-то с полкило, наверное, его. Вот палец мой и карасик. Ай, красота. Будете уже дома жариться. А, это вообще я с пелицем намешал, видели? Это гейзер и пелец. Работает. Сам пелец не захотел работать по карасям. Оп. Все, ребятки, буду закругляться я с этой рыбалкой. Надо потихонечку собираться, а то парит просто неимоверно. Вышло солнце, и просто не жарко, а душно. И, наверное, снова будет дождь. Надо, пока палатка чуть-чуть просохла, надо скорее складываться. А то, блин, тоже вещи он высохли, и сейчас снова намокнут, это будет кобздец. Короче, что сказать по рыбалочке. Ребятки, карасики дались в этот раз, ну, очень трудно. Такая самая настоящая трудовая рыбалочка. Самые настоящие трудовые караси. Видели? На флеты вообще карась не хочет здесь ловиться. Только на кормачки убийца карася. И пелец не сработал, как ни странно. Даже карпа и того поймал на прикормку от Real Fish. Ну ладненько, все равно, тем оно ж было интересно, только оно ж не интересно, если постоянно клюет или вообще не клюет. А когда вот так в натяжечку прикармливаешься, там закармливаешься, что-то делаешь, это намного интереснее. Кобздец, на сегодняшний день карпа намного проще поймать, чем карася. Ладно, ребятки, вы знаете, все, что вы видели в моем видео, все снасти, прикормки, наживки, ищем по ссылочкам под этим роликом. И под каждым моим роликом по ссылкам вы найдете все, что вы видели в видео. А то снова куча комментариев. Михалыч, где взять, где купить. И да, ребятки, у нас же футболочки клуб рыбаков есть. Кепки клуб рыбаков. Вы же помните? Также ссылочка на них будет под этим роликом. Ну и что сказать. Я с вами прощаюсь. Видели, как карасей пожарил? Кобздец. Пальчик оспек, и потом, когда карася вытянул, еще там, где именно напухло, где спек пальца, туда еще и крючка загнал. Это вообще какая-то непруха. Все, гейм овер, кирдык, хорош. Да прибудет с вами Хвоздич и Жуя. С вами был Михалыч, канал Клуб Рыбаков. Ну и до новых встреч. Пока-пока, друзья.